И снова добрый вечер всем, кто смотрит это видео. Это уже на этот раз последний действительно ролик по игре Momo the Horror Game. Или как она называется, я понятия не имею. Просто Momo или еще как-нибудь. В общем, дело в том, что существует еще одна концовка в этой игре, в ходе которой можно убить Momo. Как ее получить, я сейчас объясню по ходу прохождения. Итак, сейчас мы делаем все как обычно. Так, генератор мы включили. Дожидаемся, пока Момо придет. Пришла. Прямо к нам. Так, ну все, она должна сейчас наверх пойти. О! Идет? Оу! Но! Иди отсюда. Не-не-не-не-не-не-не-не. Поторопился. Все, поднялась. О! Как раз вовремя. Все, она ушла, а мы забираем ключ. Ну, пока что все легко. Сейчас немножечко подождем. Все, Момо уже убежала, а мы закрываем все окна. Так, эту дверь мы тоже закроем. Посмотрим, есть ли тут открытое окно. Открытых окон здесь нету, то есть окон. Здесь тоже нет. Так. Здесь нету открытых окон. Зато вот тут есть. Ага, вот еще. Да, и дверь осталась. Так, все, теперь откроем эту дверь сразу. Через нее ведь убегать будем. Забираем ножик. А теперь начинается самая трудная часть. Вы уже помните, нужно схватить рюкзак и выбежать из дома. Раньше, чем тебя поймает Момо. Ну чё, на счет три. Раз, два, три. Бежим. Да ладно, с первого раза. Да вы смеетесь надо мной. Никто это я просто. Играть. Серьезно. Я с первого раза удрал от Момо. Но вообще-то это начало. Так, вот все. Мы нажали на дверь, теперь. Ой! Ворвалась. Так, короче, нам написали, вам нужен этот ключ, чтобы открыть дверь. Вот эту вот. Так, сейчас найдем. Хотя нет. Если что, у нас есть ножик, и Момо мы сможем грохнуть. Но лучше, я думаю, проникнуть через боковую дверь. Осторожно. Так, где там Момо? А, опять наверху. Оу. Ну все. Вот мы ее грохнули.
чтоб не мешалось. Да, вот они. Вот ключи. Вот, ключ от сарая это был. Но я не могу пока удрать. Сейчас дождемся, пока Момо придет. Хотя скоро приедет полиция. Стоять! Момо исчезла? Ой! Блин, появилась. Опоздал я чутка. И полиция, главное, приехала. Но, в общем, я почти все сделал. Нет, мне надо было проникнуть как-то в дом незаметно. Мне не пришлось. Потому что ножик мне бы тогда пригодился. Чтобы ее грохнуть, если вдруг она побежит за мной к сараю. Ну все, мне, собственно, только сарай оставалось открыть. И все. Дело было бы сделано. Ладно, попробуем еще раз. Согласитесь, я прошел очень далеко. Тем более за один раз всего лишь. Ну, разумеется, я ведь не первый раз в эту игру играю. Теперь я уже знаю всю тактику, с помощью которой надо игру проходить. Так. О, все, пошла. Пошла жара. Ты... Блин. Ну как она меня увидела? Я же у нее за спиной был. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, Момо. Ну погоди, я тебя убью. У меня тут ошибка в игре была, походу. Ну все, я тебя убью, Момо. То есть все. Самое главное, что мне это надо сделать, это не использовать нож без крайней необходимости. Черт. Оу. Вот это шит. Да вот... что в этот раз у меня времени много не займет прохождение. Я в общей сложности где-то около 3 часов над этой игрой возился, если... Но это только с видео, чтобы ее пройти. А я-то, между прочим, еще и вне видео пытался пройти эту игру. Ладно. Ага. Опа, она уже на чердак попёрлась. Поздно я. Опоздал чё-то. Забираем ключик. И дожидаемся, пока эта пучеглазка смотается. Смоталась? Смоталась. А мы закрываем окна. Чё, не смоталась еще? Все, смоталась. Так, лучше я сразу же... Сразу же хотел сказать, открою дверь чердака. Извините, что опоздал со словом. Потому что мне некогда тут медлить. Я уже сразу бегаю, чтобы все сделать достаточно быстро.
Так. Чё? Где-то есть открытое окно? Но где? Я не видел. А, дверь открытая. Ой. Припёрлась. Опоздал я чутка. Но почему-то она, по-моему, припёрлась. Нет, правда. Она не должна была еще прийти. Пришла действительно слишком рано. О, момошка. Стоять. А если поставить эксперимент и рвануть наверх раньше, чем Момо? Может, удастся? Бумц. О, все. Иди. Опа! Ой! Все, смоталось. Так. О, окошко. Еще одно окошко. Блин, ну серьезно, я тогда на одну концовку в предыдущем видео потратил 45 минут. Один мужик, я у него на канале смотрел видос. Он на обе концовки всего 15 минут потратил. А, ну вообще-то, хотя он не полностью снимал прохождение, он ставил на паузу повторные моменты. Поэтому, может, он быстрее справился. Я ведь не ставил на паузу. Все. Хватаем нож. Открываем дверь. И линяем наверх. Наверх, я сказал. Так. Ну чё, хватаем... Бежим! Ну ладно. Ой, я даже не успел метнуть нож. Но я все равно не успел смотаться. Она бы меня догнала, это точно. Точнее, догнала, это точно. Ну чё? Опа. О, май. Не-не-не-не-не-не-не. Давай. Свалила, свалила. Окно мы закрываем. И дверь тоже, чтоб не мешалось. Опа. Чпункс. Нет, здесь нету.
Так. Хотя давайте пока не будем туда заходить. Сразу позакрываем тут все именно здесь, в данной локации. Думаю, так будет быстрее. Ага, ошибся. В этот раз... А, нет, вот тут где-то закрытое окно. Чё, еще есть? Да, видимо, я тут по-крупному ошибся. И открытые окна есть тут. Да, есть. О, все, теперь нет. Давай, бегом. Ножик. Открываем. Теперь ран. Ран. Куда? Ну ты... Опять. Ну ты куда рванул? Опять побежал наверх. Вместо того, чтобы вниз бежать. Я... Так, ладно. Давайте я, наверное, поступлю, как и тот мужик. Не буду сейчас записывать то, что прохожу по новой. А буду записывать, начиная с того момента, как... Вот рядом с рюкзаком стою. Все. Я, короче, не стал фигней страдать, а сразу перешел к моменту, где надо уже доставать ключ. Оу. Вот это шит. Там Момо. И она прямо к нам, кажется, идет. Оу. Вот это поворот. А, не, она к нам шла. Да, кстати, еще какой прикол. Пока я тут не снимал, я, короче, смотрел, закрывал окна, и знаете, что я увидел? Я увидел Момо. Да-да, она, как она уходила из моего дома. Нашла по направлению к сараю. Правда? Опа. Спускается. Момошечка. А нет, она наоборот поднимается наверх. Забагалась. Нет, надо уйти, чтобы она разбагалась и пошла наверх. Все, она ушла наверх, а мы за ней. Оп, вот это шит. Короче, все по старинке. Оу. Давай. Ты куда пошла? Ты туда должна была пойти. Да, блин, это я немножечко лоханулся. А может, надо было ее вжух? Ну хотя нет, я бы не успел тогда. Нет, надо было ее вжухать наверху. Или нет? Ладно, еще одна попытка. О, все, продолжаем. Так, вот тут написано You need a special key to open this door. Так, все, сейчас дожидаемся, пока там Момошка опять придет. О, она идет. Стоять, она что, меня увидела и забагалась? Нет, прячемся, прячемся. Чтоб она меня не увидела. Все, вошла в дом. Она вошла в дом. Все, она в дом вошла. Сейчас опять попрется наверх. Вон, я ее вижу. Я ее видел. Наверх идет. Ну, как всегда, нафиг. Слышу, как она там наверху шастает. А где она? О, идет. Идет, идет. Подожди, а чё она там все наверху? Ну блин. О! Оу, шит. Ну все, сейчас она возродится. Не пипец. О, все, я вон ее уже слышу. Ну все, у нас есть ключ.
А давайте-ка дождемся эту мумошку. Это наш шанс. Новая. Ой! Какого черта, блин? Она не сзади была. Она, видимо... Ой, слышал уже этот сирену. Ну ладно. Все, я тут снова. Блин, мама, наверное, уже думает... Господи, когда от меня уже отстанет этот чувак, он мне надоел уже. Нет, Момо. О, идет. Я ее видел там вдалеке. Вон она. Идет к нам. Так, нет, прячемся. Она там. Все, проникла. Мы тоже идем. И на максимальной скоростью. Нам нужно идти на максимальной скорости. Можно даже сказать, бежать со скоростью гепарда. Чёрт, и где Момо? Я её вообще не слышу. Наверху, что ли? Нет. Ну все, взял ключ. И осторожно спускаюсь. А давайте-ка подождем. Сейчас вот она, как только я ее увижу, я метну в нее нож. Чё? Опять пришла? Из другой двери? Ладно, я готов. Я нахожусь в боевой готовности, так сказать. Но при этом боюсь. Я вообще понятия не имею, где сейчас Момо находится. А может рискнуть? Да ну тебя. У нас есть ножик, если чё. Так, все, есть. Вон уж полиция приехала. Так, что тут? Топор. Все. А теперь что нам нужно сделать? Вернее, все, что нам нужно сделать, это выманить Момо из дома и при этом держать в руке топор. Момо, иди сюда. Ну давай, иди, иди, иди. Полиция вон уже приехала. Давай, сюда иди. Мошка, не заставляй меня ждать. Нет, я лучше не буду рисковать. Все, я держу топор. Так, ну думаю, уже успеют найти звук сирены. Но я его просто удалю из видео и все. Через YouTube так можно. Он меня вычисляет контент с еще не авторским правом. Я его удаляю. Блин, ты где там? Каянная. Давай. Где Момо? Ты где? Бе-бе-бе. Где она там ходит? Наверху, что ли? Чё она там так долго аж... Блин, вот когда она нужна, ее нет.
когда не нужна, она тут как тут. Давай! Я уже устал ждать. Иди! Сюда иди! Чита! Давай, Момо, волочи сюда свою задницу. Иди сюда. Где ты там? Мо. Жалко, что я ее выманить никак не могу. Я устал уже. Где там? Короче, я придумал. Я пока тут постою. Ну и где? О! Все, давай, спускайся. Умничка. Ты где? Опять туда поперлась. Не могу я ее наверху пришить. Я ее должен выманить из дома. Все, вот сейчас я это сделаю. Блин, куда ты поперлась? Она, блин, ходит непонятно куда. Забагалась. О! Ты опять ушла наверх, что ли? Да, вон она. И забагалась, типа. Оу! Нет! О! А, то есть я должен был сделать так, чтобы она до меня добежала. Все, ура, вот она, концовка. Нет, я должен был наоборот до нее даже добежать, а не выманивать ее из дома. Ну все, смотрим. Так, мы упали. И Момо тоже упала. И... На, получай! Получай! Все, я убил ее. Я зарубил ее топором. И надпись. Ну, я не знаю, что это означает, потому что испанский язык, но, скорее всего, это означает, что Момо мертва. Это, наверное, и так понятно. Все. Теперь я уже. Так. Теперь я уже окончательно прошел наконец-то эту игру. И могу ее удалять с компа. Все. Наконец-то минус еще одна обуза. Но вообще-то у меня глаз лежит еще на две игрушки про Момо. Одна на комп, а вторая на Android. И так что, возможно, скоро будет видос по одной из них. Наверное, первая все-таки на комп, потому что она у меня уже на компьютере лежит. Ну а на этом все.